Черная футболка, мороженое, какашечка, какой-то непонятный чертик. Здрасте. Вот так вот, на коленку. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Иванушка, блин, дурачок. Не знаю, как по-другому. Нахрена было толкать меня? Все, пофиг, хочу другой бой. Я баску брать. Вы этот бой не видели, господа. Так, что можно так представить? Вот эта штука, которая стирает по память. Не знаю, все, вы этого боя не видели. Я все видел. Нет, ты не видел. Все, ты не видел. Ну, его Но... тоже надо убить. Ну так сейчас мы сделаем. Вес он блин. Дебил. Мозолька кинула гранату. Мозолька кинула гранату. Ну Катя! Как нахуй ты кинула гранату? Катя, это другая кнопка отдельная. Цепочку. Можно ее тачку в Хогвартс отвечает? Я кнопочки попутала! Я кнопочку попутала, извините! Я, короче, не хочу с вами сладко играть, ребята. С вами сложно играть. Вы какой-то хуй творите. Обычно у меня кнопочка граната на 4, а тут на троечку. Тук-тук, мазафак. Да, и в окно бросил гранату. Стреляет. Бача. О, епись. Там еще епись стоит. Нужно проезжать. А, ты в КБД? Понял. А с этим ничего не сделаешь? Не, помоги просто проехать. Ага, все. Ну, два есть четвертых. Что они там делают? Хлебами. В принципе, можно заехать на него, считать, он там один. Главное, чтобы тебя не ушатали. Нет, 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 слышишь, боюсь, там стандарт и бат. Думаешь, они упорятся? Конечно. И ФВХ, смотри. Упорятся, точно. ФВХ далековато. Они поймут, что ты кадышишься и все. Наши поехали. Ну, если наши поехали. И четвертый продолжает стоять, ребят. Я питэ, я буду стоять. Блин, у меня голос сел, так, прикиньте. Кто принимать будет? Могу я. Каде, 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 каде. Давай. Что-то голос охрип. Да, я же тебе говорю, у меня охрип голос. Просто охрип. Тепленького, хлебаню чего-нибудь. Заберу. Хорош, погнали. Охренеть тебя, прикиньте. Насколько все плохо. Рон-дон-дон. Дон-дон-дон-дон-дон-дон. Рон-дон-дон. Дон-дон-дон-дон-дон-дон. Рон-дон-дон. Дон-дон-дон-дон-дон-дон. Еще неловкая ситуация. Это вот это вот. Я нацепила носок на микрофон, потому что мне микрофон жалко. Мои слюни летят прям вот сюда вот. А поп-фильтра у меня нету. Поэтому микрофон в носке. И тут лисички нарисованы. Да. Пятьдесят секунд, отвечаю. Колдун, наколдуй. Все, ты посчитал арту. Чувак, сделай, пожалуйста. Чувак, молю тебя. А ну-ка еще раз. Так не работает. Через Г его убей. Ага, как я тебя убью? Через Г. Могу только себя убить через Г. Ладно, неважно. 14 секунд осталось. Пенетратор. Пенетратор моего рта? Извините. Сейчас мамкина зарплата выйдет. Твою мать! Нет! Лайкосик за такой шикарный заезд.
Я Симпсон, у которого в башке играет эта обезьянка. С литаврами. Спасибо, 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 Слава, спасибо, да, не хватает рычания. Эта кофта тебе не идет. Ну, нехорошо, Пикси, подумаешь, идет, не идет. Господи. Я знаю, что мне точно пойдет. Сидеть в одном купальнике. Купальник. Я убрала руки, а то вдруг бы я сейчас выстрелила. Ладненько, начинаем. Мне нужна одна длинная штука. Это длинная штука, это длинная штука. Одна коротенькая штука. Я беру и ставлю вот так вот ее. А как? Правильно? Правильно. Первую страничку я сделала. Я молодец, лайкосик можете поставить уже за это. Как бы стример не тупой, он смог соединить две детальки. Арта, тут как бы трайбан едет. Мне не нужно... Через пение до ре ми фа соль ля си до. Аски разгон, нам пи***а! Нет! Господи, десантик от бога! Вы мне только скажите, пожалуйста, одно. Вот какого? Какого? Просто какого он это сделал? Та-дам! Аж милая шапочка выходит у нас с вами. За чужака в расчете и порычи, пожалуйста, нежненько. Там еще пазик стоит, он не светился, и он, скорее всего, вот тут где-то стоит. Пазик... Девятый. А, вафля. Торвальд. Че, вы там тебя давите? Ну, я еду, да. Который, еврей. Задонил 500, а потом еще закинул косарик. Боже мой! Как они стреляют, я в шоке. Реабилитируй нас фоточками. Да что ж вы пристали? Я вам просто рассказываю, то что реально я была уродцем, а вы... Ух, косметика, Катя поняла, что нужно пользоваться косметикой только тогда, когда начала стримить. А так я не пользуюсь, потому что мне типа это было влом. Знаете, вы просыпаетесь в 6 утра, а нет, в 6 я уже собиралась выходить. Вот, вы просыпаетесь в 5:30 утра и какой там красится, дай бог встать. А уже после, ты понимаешь, что косметика-то не так уж и плохо, но у тебя тупо нету времени. Тогда я у зеркала, когда начинала краситься, проводила 3 часа, чтобы накраситься нормально. Так, я пытаюсь сейчас... Помнить, на что похоже мое лицо. О, телепузика, вы знаете, да? Подставьте сейчас к моему телу лицо телепузика. Похоже будет. Класс. Теперь нам нужна вот эта. Народ. Что я вообще хочу вам сказать? В первую очередь я хочу у вас попросить прощения за то, как себя вела на некоторых стримах. Господи, да, на всех стримах.
простите меня, пожалуйста, за то, что стример срывается на вас, когда у него что-то не выходит, что-то не получается, он горит, и весь негатив свой, естественно, на вас. Поэтому простите,